ровно в этой же локации, только чуть дальше, есть аналогичный секрет, только в другом месте, но чуть дальше. Вот в этом месте, ну, вы его найдете, но... Оно вот там босс, вон. А здесь через вагонетки пройдете, вот наверху там спуститесь, короче, не пройдете мимо, если будете бегать, исследовать. Ну, тут сюда попасть просто, то есть. Но вот в этом месте, смотрите, какая фигня есть, сейчас покажу. Хоп. Здесь, смотрите, опять чертовы невидимые панели. И да, твою мать, если бы я это раньше знал, это ж сколько я мог пропустить, вы представьте. Ай. Я не знаю, это нет, зараза. Я надеюсь, что это не баг у меня игры, но нет, скорее всего. Это так и есть. Так, надо приготовиться и вжать. Прыгать я в этой игре абсолютно не умею. Только вот это не даст, наверное, нифига, да? Так, а зачем они нужны? Я не знаю этого. Это я не лазил. Только обнаружил. А зачем они нужны, я не знаю. Да что ж такое-то? Дело в том, что тут прыжки... двух видов, с разбегом и без разбега, и хрен его знает, какая у них дистанция. А не, там что-то есть, я сейчас краем глаза заметил, надо только долететь. Ну тут вот без разбега, да блин. Сразу. Ну что так пойти? Ага, во. Ну тут всего лишь аксионы. Но это не умаляет того факта, что секрет тут есть. Нет! Зараза. Сейчас попробую на третью панель запрыгнуть и покажу, может там что есть, хотя. Попробую запрыгнуть и покажу. Так, ну вот, вроде бы залез кое-как. Но тут ничего нет. Больше. Непонятно, зачем вот эта третья панель здесь нужна. Но... стена не тыкается. Там я тоже протыкал, ничего нет. Сюда можно и так залезть без этой панели. Но тут тоже ничего не тыкается, вроде бы. Может быть, вот туда можно запрыгнуть? Ну-ка. Если вот так пробежать не получится, то что может быть? Хоть меня бить, алло. Горожанин. А, да нет, сюда можно и так пройти.
Ну да, это же вот это место. Зачем эта третья панель? Не ясно. Ну ладно, все на этом.